Вы издеваетесь, что ли? Каждый год одно и то же, одно и то же. Так, сок. Ну что, давай чокнемся за Новый год. Пожелаем нам удачи в наступающем году и сил его пережить. Каждого человека, каждой семьи. Да елки-палки, ну да пусть лучше там. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы, с праздником. С новым 2018 годом. Спасибо. Спасибо. И вас тоже, дорогие родители, с праздником. И то, что весь год чай пили, кофе пили, не было чем. И, Пав, тебя с днем рождения. Давай, смотрю на тебя. И душа болит, что термоса у тебя нету. Ну да, да. Я еще ходил, заглядывал. Спасибо, нужная вещь. Надеюсь, впал яблочко. Ну что, ребятушки, с наступившим Новым годом вас всех. У всех Новый год, у всех праздник. А Максим чё? А Максим на тренировку завтра с утра вставает. Максиму некуда праздновать. На самом деле нету какого-то праздничного настроения. Есть просто желание уверенно начать год, чтобы все в этом году получилось. И что все в этом году было круто. Блин. Ну я чё, ключи не взял, что ли? Блин, как это тупо. Ладно, сейчас подожду, пока кто-нибудь дверь не откроет. Ведь Новый год по-любому кто-нибудь дверь откроет. И хоть в подъезде погреюсь. Господи, какой зашквар. Тебе можешь домой вернуться? Но я не знаю, где их искать. Пойду просто подожду, когда открою дверь.
Так, все, чуваки, короче, я дома. Кстати, классное полотенечко подарили. Вы только зацените, у Макса есть полотенечко. Круто, Подарили еще, кстати, хурму. Как-то странно. Она меня ждет до завтра. Она очень мягкая. И Кирилл знает, насколько она мягкая. И я очень... это очень круто, что мне догадались ее подарить. Поэтому теперь у меня есть полотенечко и хурма. Да не, на самом деле мне еще сделали подарки. Просто их все не распаковал. Но это все безумно круто. Ладно, все. Пора выучить этот год. Встретить новый. Спокойной ночи. Ну да. Насчет поспать я что-то размечтался. Я настолько победитель по жизни, что ключи, которые я вчера не нашел, лежали в другом кармане. Я стоял перед подъездом, и ключи лежали в другом кармане. Да, блин. Но зато у меня была веселая ночь. Все, ребята, я пережил эту новогоднюю ночь. Сейчас иду в магазин, надо купить муки. Не знаю зачем, видимо, кому-то надо испечь пирог. После этого я начну свою тренировочку. Блин, я в этот год решил полететь, я в этот год решил бежать. И в этом году я не собираюсь давать желанию поспать подольше, желанию лени, ни шанса. Поэтому будем в этом году с вами с этими желаниями бороться, и у нас все получится. Поэтому не смейте желанию лени победить. Лень — это отстой. Как хорошо, когда есть у начинающего и преуспевающего писателя своя кибитка, куда всегда можно спрятаться от гостей и общего шума, и писать
книжки и читать их, и никто тебя не потревожит. И это очень хорошо. Так что будем сейчас писать. Писать и еще раз писать.